Ну что ж, давайте продолжим. Классный суд. Еще первая часть классного суда. Но у нас уже второй кусок после небольшого перерыва. Вперед! Впереди нас еще дофига ждет. Сейчас, секунду. Ну что ж, погнали, погнали. Мне нужно дать хороший обоснованный ответ на этот вопрос. И как можно скорее. Вперед. Я не могу смотреть... Нет. Я не могу отвести взгляд от истины. Жертва в этом случае это... Я стараюсь, правда. Но я не могу думать ни о ком иным, кроме Кайто. Большинство часть улик указывает на Кайто. Эй, что такое, Шуичи? Давай, поторопись и скажи всем, почему я не умер. Это должно быть легко. Нет, не буду. Потому что ты не Кайто. Кайто уже мертв. О. Хорошо, хорошо. Это уже более интересно. А теперь невероятная академия с гордостью представляет свой собственный. Морфеноменальный. Место проведения суда. Давайте покажем все нас, что мы способны. Начинается. Вот этого я ждал. Такое чувство, что второй можно поставить. Кто из них умер? Это Кайтич. Это Кайф. Я подозреваю, что Кайт внутри Экзайла. Но он сказал, что не может покидать Экзайл, потому что ранен. Есть вероятность того, что Кайтичи раздавили вместо Кайто. Была же дыра стрелы. Я хочу верить, что Кайто все еще жив и определенно. Почему ты так против того, что Кайто жив? Ладно, думаю, я более-менее понял, кто, что куда нужно использовать. Да. Exile. Пока не выйдет он из Exile, мы не можем сказать наверняка. Рано. Любой, кто знает о ранах Кайто, может сделать такое заявление. Сдавлен. Ты видела эти кадры? Кайто был тот, кого раздавили.
дыры от... У одежды Кайто тоже были дыры от стрелы. По-моему, да, нет. Блин. Ну, тут уже... Блин, последнюю просрал. Там было и то, и другое. エグイサルから出てこない以上は確認のしようがないよ。他の手でエグイサルから出られんと言って、ハルカワさん。そんなの、桃太の怪我を知ってれば誰にでも言える。桃太くんじゃなくて、オーマくんがプレスされた可能性はない。ハルカワさん、映像を見たでしょ。プレスされたのは桃太だよ。オーマくんの上着には矢の傷が残っ、僕が矢の傷なら桃太くんの服にも残っていたよ。 桃太は死亡者を倒して生き残る。ハルカワさん、死亡者は生きて、そのエグイサルの中でね。ここは強い証拠の3Xは今ある証拠じゃ、桃太くんが生きてる根拠にはならないんだ。オッケー、これが私たちの答えだ。 Я не хочу в это верить. И в любом смысле, я все еще не могу, но... Но доказательства... Доказательства показывают, что Кайто должен быть тот, кто умер. Я ненавижу. Ненавижу это очень сильно, но это правда. Понятно. Если это вывод, к которому ты пришел, Шуичи, не должно быть никакой ошибки тогда. Тогда... Тот, кто тут... Хм. Похоже, я довольно сильно облажался. Сорян, сорян, это просто была небольшая шуточка. Шуточка. Да что за больные шуточки? Да, в конце концов, ты тот еще мудак. Это правда, что я не могу простить его. Но нам нужно сохранять спокойствие и быть благоразумным. Потому что нам нужно добраться до истины касательно смерти Кайто. Да-да-да-да! Просто успокойтесь и продолжайте. Чё это вообще говоришь? И какая часть этого вообще была спокойна? Возвращаемся к теме. Почему нам не изучить этот арбалет поближе? Думаю, нам нужно разобраться во всех фактах, чтобы больше не попасться на ложь. Я согласна, но... Как ты думаешь, Майки? Все нормально. А что тогда, давайте обсудим это. Почему ты ведешь себя так, будто за все отвечаешь? Итак, если предположить, что мы с Кайто стреляли друг в друга из арбалета, то самый эффективный способ решить это узнать... Или нет. Воссоздать временную шкалу событий. Эй, я же сказала, почему ты... Хорошо, пусть дебаты начнутся. Когда из арбалета стреляли... Вообще, что происходило?
Как будто тебе нужно в этом спрашивать, ты же там был. А, Кайто стрелял первый. Затем Кокичи отобрал... обезоружил Кайто и взял арбалет. И потом сделал ответный огонь. Я не взял, не брал у Кайто этот его арбалет. Там был только один арбалет. Остальные два все еще были в лаборатории. Этот арбалет очень болезненный. Точнее, стрелы выстрелены из него. Что? Что это только что было? У меня такое чувство, как будто это идет вразрез с той информацией, что у меня есть. Так, я тоже, по-моему, понял, что, но не уверен. Сейчас посмотрю внимательнее, окей. Санда Кайто. Я не брал Кайто арбалет. Я втайне взял другой. Ну, только один арбалет был взят. Остальные двое все еще были в лаборатории. Только одна стрела была выпущена. Вот она. А их три. Неужели Химико сделала все дело, а Кокичи просто немного поиграл сверху? Уж Кокичи пусть сдохнет. Подожди, Химико. Что ты имеешь в виду, одна стрела? Ну, я Кайто дала только одну стрелу, так что... Что? Ты уверена? Конечно! Я ни за что не могу ошибиться. Ну тогда это странно, потому что... Стоять. Там было три стрелы в ванной комнате, помнишь? Ну, три. Я помню только, как одну ему давала. И Кайто даже говорил принести мне только одну. Он сказал, что хочет избежать драки. На месте происшествия были три стрелы, но Химко сказала, что принесла только одну. Что здесь происходит? А вот это уже все поинтереснее. Может, у Кокичи были некоторые спрятаны? Почему Кокичи имел две стрелы, когда у него не было арбалета, из которого он их мог бы выпустить? Но мы точно знаем, что на месте происшествия были изъяты три стрелы. Извлечены, точнее. И на всех трех стрелах была кровь.
И кроме того, на их одежде имелось три перфорации в них. Отверстия, короче. Так что мы знаем точно, что они стреляли друг в друга тремя стрелами. Тогда откуда эти стрелы взялись? Я не думаю, что химика лжет. Тут должен быть какой-то угол, с которого мы еще это не рассмотрели. Что же это? Что же могло случиться? Думай. Мне нужно подумать. Ура! Покатаемся немного. После Forza Horizon 3 хочется ездить по левой или по правой. Хотя, стоп, да круто, вообще не важно, по какой ездить. Так, сколько стрел химику дала Кайто? Одну. Нигде можно взять стрелы, а как они попали туда? Почему? Где там, где можно взять стрелы, понятно, но как, кто и когда? Ты что несешь вообще такое? Ой, Монокумба! Для платины придется постараться. Ну, кстати, ребят, не забывайте, у нас еще дополнительный режим будет, где будут все персонажи первой, второй и третьей части. Были ли все стрелы внутри ангара с самого начала? Нет. И нам еще в отель придется многих тян повезти. И у нас еще сущелинки за Каэда будут. То есть веселье только начнется после прохождения основного сюжета. Ай! А, блин. По идее, мне стоило тут тормозить и ждать. Ай, блин. Еще две стрелы. Откуда я знаю? А, третье лицо, ну да. Я думаю, знаю, кто это третье лицо. Точнее, как оно принесло. Хотя, возможно, я ошибаюсь, но все же. Сейчас увидим.
Может быть, дополнительные стрелы принесла третья сторона? Третья сторона? Значит, кто-то кроме Кокичи и Химика? Это лишь предположение. Третья сторона не может существовать. Если бы существовала третья сторона, зачем ему приносить еще две стрелы? Кайто был единственный с арбалетом, и я удостоверен в том, что передала именно ему все. Но Кайто сказал, что ему нужна только одна стрела. Очевидно, что он не хотел драки. Да, точно. Значит, остальные две не были от Кайто. Они были принесены третьей стороной и использованы. Значит, третья сторона не передавала стрелы через окно. Вместо этого оно, в данном случае, потому что нам неизвестно, она или он, пошел в ангар и самостоятельно выстрелил из арбалета ими. Невозможно. Там была система сигнализации, электронный барьер в ангаре. Да, этот ангар должен был быть полностью закрыт, верно? Он был полностью закрыт. Но можем ли мы это подтвердить? Мне такое чувство, что должен быть какой-то другой путь. Какой-то путь, который мы еще сами не поняли. Я что-то вижу. Думай, думай. Какой способ третье лицо, третья сторона использовала для того, чтобы попасть в ангар? Да, Exiles. Мне X нужно. Точно, это Exile. Exile можно было использовать для того, чтобы войти в ангар. Мы не смогли бы попасть туда из-за сигнализации и электронного барьера. Но это не должно было быть никакой проблемой для одного из Exile, верно? Так что, если бы ты хотел попасть в ангар, тебе нужно было просто пилотировать Exile. Ну слушайте, тогда выходит, что внутри Exile тоже ТМО. Ладно, увидим. Я видел, как Exile заходил вчера вечером в ангар. Так значит, третья сторона пилотировала его. Кстати, я хотел кое-что подтвердить с Монокумой. Сигнализация все равно сработала бы, если бы внутри Экзайла был человек.
Ну, я не пытался держать это в секрете, но так как речь идет о деталях ангара, я думаю, что я могу сказать вам, ребят. Имеет смысл то, что система охраны... То, что система сигнализации и электронный барьер не будут реагировать на Экзайла. В конце концов, этот ангар является местом, где должны храниться Экзайлы. Было бы довольно трудно отключать охранную систему каждый раз, когда Экзайла заходит и уходит, понимаете? Так что, если даже кто-то находится внутри Экзайла, система безопасности его не поймает. Потому что было бы довольно хлопотно покидать Экзайл каждый раз, когда ты хочешь положить его там туда внутри. Значит, вот так, как Ишуичи сказал, третья сторона залезла в Экзайл и потом вошла в ангар. Да, но разве... Может ли кто-нибудь управлять Экзайлом? Ну, Кокичи. Это удивительно легко. Если ты используешь обе руки, обе ноги и оба соска, то ты сможешь это сделать. Соски тоже? В любом случае, эта третья сторона управляла Экзайлом и проникла в ангар. Тот же самый человек, должно быть, принес с собой эти две стрелы. Я же тебе сказал, это невозможно. Нет никакого способа пройти через систему безопасности, если ты пилотируешь Экзайл. Это невозможно. Что, ну почему невозможно? Потому что ты пробовала? Маки, о чем ты говоришь вообще? О чем ты думаешь? Что ты знаешь? Что ты пытаешься скрыть? Почему? Почему ты не хочешь говорить мне? Если кто-то пилотировал Экзайла, могли бы его использовать. Это невозможно. Я управлять Экзайлом действительно так тяжело? Мы вообще знаем, как попадать в Экзайла? Снаружи ангара было 4 Экзайла. И они все двигались. Я их контролировал удаленно. Ай-яй. Не все. Это невозможно. Есть один способ остановить Экзайла. Я покажу ее. Ну, электромолотом. Сюда. Ну, я думаю, вы поняли, куда я хочу стрелять.
Не точно. Ну да, мы нашли один молот рядом с Экзавом. Ну что ты не вяжешься? Блин. エグイサルの乗り込めば格納庫に入れたはずですか。それは不可能なんだよ。でもエグイサルの操作だって別に難しくないらしいよ。そもそもエグイサルにどうやって乗り込むの。格納庫の外にいた4体のエグイサルは全て動いてたんだ。俺のリモコンで操られてね。エレクトハンマーを使おうね。 Да, сюда. Матте, субетено электрохаммага джуден чудатта ваке жанай йо. Подожди, не все электромолотки были заряжены. Датте, боку ва мицкетан да. Я это знаю, потому что нашел один. Там был использованный электромолот недалеко от Монокумы и Экзайла. Был ли этот электромолот использован третьей стороной? Может быть, он использовал для того, чтобы отрубить Экзайл? Да, я так думаю. 実際、僕が昨日の昼間に見た時は、あそこには4体のエグイサルがいたのに。 Когда я их видел вчера днем, их было четверо экзайлов. 今朝みんなで格納庫に突入する時は、 Но этим утром их было только три. 僕もエグイサルが減っていたのを見た。 Я тоже это заметил. あれは第三者に奪われたせいなんです。 Пропавший Экзайл был взят под управлением третьей стороной? Шуичи становится теплее. Как насчет того, чтобы ты дал ответ прямо сейчас? Кто это сделал? Кто это третья сторона? Маки. Личность третьей стороны. Электромолот дает нам подсказку. Я видел 4 экзайла на месте происшествия вчера, когда я пошел встретиться с Кайто. Этим утром, когда мы пытались попасть в ангар, было 3. Виновник, должно быть, использовал электромолот между вчерашним днем и этим утром. Только один человек среди нас есть, которому, я думаю, мог бы это сделать. Кимида! Харукава-сан. 第三者って... Маки, это ты, третья сторона, которую мы ищем, не так ли? Что это, Маки? Ты что такое говоришь? Помнишь, что Какичи сказал? Но будь осторожен. Электромолоты очень быстро разряжаются. Так что если использовать их против экзайлов, они очень быстро разрядятся лишь одним ударом. Электромолотки, им нужна перезарядка в течение 20,
3-4 часов после того, как у них закончилась батарейка. Этот молот был использован вчера днем, так что он не мог быть использован сегодня утром. Точно, когда мы все собрались в столовую этим утром... Маки, а где твой электромолот? Он мне не нужен. Я предпочитаю не использовать оружие, с которым я не знакома. Это намного лучше подойдет. Нож? Ну, полагаю, тебе знать лучше. Маки была единственная без электромолотка, не так ли? Зная это, электромолот, который я нашел, мог принадлежать только Маки. И это привело меня к заключению, что Маки является третьей стороной. Маки также знала, как собирать арбалет. И она могла бы вернуть его в своей лаборатории позже. Ты принесла другой арбалет, помимо тот, который был у Кайто, верно? Маки взяла из лаборатории две стрелы и свой арбалет. Отключив Экзайл с помощью электромолотка, она проникла в ангар. Теперь нам нужно просто выяснить, что случилось после... Нет, только не Маки. Она же не умрет, верно? Ну не надо, ну пожалуйста. Если она умрет, то кто вообще останется в этой игре? Почему ты это делаешь? Что? Почему ты путаешься у меня под ногами? Путаюсь под ногами? Маки? Что ты такое? Да, я третья сторона. А? Я признаю, я пошла в ангар с помощью Экзайла. И потом стреляла из арбалета. Но я никого не убила. Я не виновница. Я использовал электромолот, затем вошла в ангар. Ой, блин. Ты прав. Я использовал электромолот. Не использовал Excel, чтобы войти внутрь. Я также стрелял из арбалета. Тем не менее, я не виновница. Потому что не убил. Молот не вылетел. Кстати, да, можно ставить эту паузу. Арбалет не является орудием убийства? Что ты имеешь в виду? Блин, слишком быстро. Я переводить их не успеваю, ну как минимум. Думаю, что тут я... Ай, блин. Я нет, это ни при чем. Хорошо. Оставляет дыры, подумай о месте.
Но если стрела отравлена, неважно, где они будут выстрелены. Не имеет значения, где, куда стрела попала, если она была отравлена. Отравлена? Я заметил кое-что насчет ядов в своей лаборатории во время расследования. Бутылки было немного меньше, чем раньше. Если яд был нанесен на стрелы, они были бы летальны или смертельны, независимо от того, где они попали. Маки, у тебя есть опровержение? Что случилось? Почему ты ничего не говоришь? Только не говори. Ты действительно виновница? Не может этого быть. Потому что зачем ей убивать Кайто? Привет, Крис. Я не могу понять, если ты ничего не объяснишь. Маки все еще борется. Борется? Вы помните, как Маки сказала, что сделает все для того, чтобы одолеть Кайкичи? Маки пытается убить Кайкичи в этом классном суде. Она хочет убить кукловода. Осколка отчаяния. Тогда, когда Маки сказала, что пожертвует всем чем угодно, она имела в виду, жертва, о которой Маки говорила, должно быть... Мы все! Срать она хотела на нас всех. Харукава-сан-ва. Она планировала пожертвовать всеми нашими жизнями, чтобы убить Кайкичи. Пожертвовать нами? Так, скрывая истину, Маки пыталась заставить нас прийти к неправильному ответу. Вот это, конечно, мощно. Неплохо, неплохо, неплохо. Если это действительно так, то неплохо. Просто убив Кайкичи и остальных нас вместе с ним. Не значит ли это, что Маки виновница тогда? Она знала, что случилось, и пыталась скрыть это от нас. Но этот озорный план был разрушен. Все благодаря Шуичи. Очень жаль, Маки. Ну, я уже предсказал, что так и будет. Но все-таки да, чтобы она убила Маки, это как-то... Фу, чтобы Маки убила Кайто. Что-то там еще случилось и не договаривает. У нас еще половина классного суда. Ладно. Ты знал все это время, что это Маки виновница. Вот почему ты был таким спокойным. Но это еще не конец. Может быть, у нас нету истины в данный... Фу. Может быть, мы сейчас знаем истину, но это еще не конец. У нас есть выбор, что нужно сделать. И мы должны следовать за доказательствами. Что ты имеешь в виду?
Неужели это значит, что ты собираешься проголосовать за кого-то другого, даже если это неправда? За кого-то другого? Ты имеешь в виду проголосовать неправильно, нарочно? Ты что такое говоришь? Кайто сказал мне, что только я смогу понять, что лежит за пределами истины. Это означает, что найти истину недостаточно. Нам нужно постичь надежду, надежды, что находится за ее пределами. Так что, Майк, пожалуйста, скажи нам правду. Правду, которую только ты знаешь. Значит, Кайто сказала тебе? Это значит, что вы, ребят, помирились перед тем, как он умер? Да. Когда я ходил к нему вечером вчера. Понятно. Ладно, я скажу. Тем более, учитывая, что это моя ответственность за то, что я вовлекла всех. Шичи, ты такой настойчивый. Ты всегда таким был? Так думаешь? Может быть, харизма Кайто начала потирать меня? Но этот парень может быть довольно упрямым. Ну так что на самом деле случилось-то? Маки, пожалуйста, скажи нам. Пожалуйста, мы должны знать. И таким образом Маки начала говорить нам правды. Правды, которая оставила всех нас в шоке. Слушай, не начинай сейчас повествовательные вещи, хорошо? А то ты портишь тут все настроение. Ну, думаю, такой поворот событий тоже не так уж и скучен. Продолжение следует. Фух, все, мы закончили первую половину. 2 часа 58 минут. Почти 3, нормально. Ладно, перерывы и продолжение следует.